Всем привет! Сегодня будет небольшое видео о том, как мы считаем в Oriflame свою выгоду, где ее увидеть и зачем нам это делать. Смотрите, все у нас имеют карточки дисконтные, да, вот, например, это Магнит, Спортмастер, Кари, да, это то, что я сейчас по-быстрому вытащила из своего кошелька, да, Лента, Аптека. Получается, здесь вы, имея эту карточку, рассчитываете на скидку, которая копится, и вы потом ее используете в своих покупках. Сколько эта скидка? Какую скидку нам дают магазины? Обычно 2, 3, 1%. А если нам дают скидку, там, например, в размере 30%, но максимально вы можете эту скидку взять также 30%. То есть, чтобы вам полностью погасить эту скидку, вам нужно выкупить товара в 3 раза больше. В чем разница от Oriflame? Oriflame – это магазин, который тоже дает вам дисконтную карту. Она выражается в том, что вам дают номер. Да? Вот, например, у карточки есть номер, и у вас в Oriflame тоже есть номер. Если вы еще не в Oriflame, у вас будет номер. И от всех покупок, которые вы будете совершать по каталогу, ваша экономия составит 20%. Например, вы хотите купить туалетную воду за 999 рублей. Для вас она обойдется 800 рублей. Как я это посчитала? Я взяла 999, сделала на калькуляторе минус 20%. И мне калькулятор выдает сумму 799 рублей. Получается, 200 рублей вы экономите. И экономите сразу, заказывая на сайте компании. Как и почему и что это нужно лучше делать, да, хорошо, когда если у вас есть помощник. Если вы уже в Oriflame, то вас кто-то пригласил, и вы можете к своему помощнику обращаться хоть 10 раз в день. Если вы еще не в Oriflame, и вы захотите сейчас или потом присоединиться и экономить семейный бюджет, то тогда я вас приглашаю, вы можете обратиться ко мне. Далее. Смотрите, у нас есть разные цены, и даже 99 рублей, да, сейчас дезодоранты по очень хорошей цене идут, и с этой цены мы тоже будем получать экономию, и те же 20%. И даже если вы захотите купить какой-то аксессуар, потому что в некоторых компаниях на аксессуары дают меньше процент, то за любую сумочку, за любой шарф или кошелечек, вам все равно будет скидка 20%. Это выгодно. Почему? Потому что экономия – это тот же заработок. Но если вы экономия получаете то же качество, то это еще вам позволит на сэкономленные деньги, например, купить не 4 продукта, как вы планировали, а 5. Да, то есть сэкономленные средства вы можете позволить себе больше. Как я вам хочу преподнести выгоду того, что надо считать? Дело в том, что любая компания, она хочет заинтересовать своего покупателя выбрать то, что ему нужно именно в своем магазине, потому что Oriflame – это магазин, просто он напечатанный и он виртуальный. У нас нет статических точек, нет магазинов. У нас есть у всех большой склад, который как бы не занимает много места, и нам доставка идет напрямую или в пункт выдачи, или в СПО, а если в больших городах, то идет доставка на дом. На этом экономятся огромные ресурсы, и мы изначально покупаем вещи дешевле, хотя уровень качества у нас не снижается даже по сравнению с люксовыми марками. Итак, что я вам еще хочу сказать. Если вы
понимаете, что выгода здесь классная, и что даже 200 рублей, ну что это такое 200 рублей, да? Но с другой стороны, если вы идете по дороге, и они лежат, эти 200 рублей, да, то вы поднимете их, потому что деньги на дороге не валяются просто так. И даже если вы приходите, и у вас, например, зарплата, пусть на 200 рублей, но больше, вы все равно будете, ну, в лучшем расположении духа, чем если бы у вас ваша же зарплата была на 200 рублей меньше. Что еще я вам хочу сказать? В Oriflame, так как она в больше чем в 60 странах, в России у нее рубли, да, в других странах у нее своя валюта. Так в Oriflame есть одна универсальная валюта. Это балл бонуса. И в любом продукте, около любого продукта здесь написано 99 рублей, и вот здесь написано 2 балла бонуса. Что это обозначает? Это обозначает, что эта сумма у нас может сплюсоваться с другими покупками, которые мы хотим совершить из каталога. Например, туалетная вода, зубная паста, дезодорант, шампунь, помада, тушь. Все мы это заказали, это у нас вышло на определенную сумму, и баллы у нас сплюсовались. Зачем нам нужны баллы? А затем, что если, например, у вас за заказ вышло 49 баллов, то с 50 баллов у нас начинаются хорошие выплаты, даже не выплаты больше, а участие в акциях. Они нам позволяют экономить деньги еще больше. И тот, например, полотенце, которое в магазине может стоить 600 рублей, нам оно достанется всего за 299 рублей. В этом состоит еще, мы покупаем то же самое, что бы мы купили в другом магазине, только мы покупаем в магазине Oriflame, и еще нам дают по специальным акциям, по очень доступным, хорошим ценам, тоже нужные вещи. И чтобы поучаствовать в ней, вы можете заказать, например, тоже мыло, у вас будет ровно 50 баллов, и вы сможете поучаствовать в акции. Сейчас у нас идет акция с мылом. В следующем каталоге у нас будет идти акция с набором туалетная вода, гель для душ и лосьон для тела. И все это будет для консультантов за 480 рублей. А вода очень устойчивая, очень нежная, весенняя. Поэтому этот набор просто замечательный. Одна вода в каталоге стоит 1200 рублей, а нам весь набор обойдется за 480. Итак. Я вам хочу сказать, что набирая баллы, у нас есть вот такая табличка, что если вы набираете от 0 до 149 баллов, то у вас дополнительно вам возвращается 0%. То есть дополнительно к 20%, которые вы экономите. Как только вы набираете 150 баллов, у вас уже идет и дополнительная скидка к вашей 20% скидкой 3,69. Но что самое интересное, я вам хочу сказать, что сейчас компания вместо 3,6-9% нам дает сразу 10% от цены каталога. 10% – это замечательно. Что же мы, получается, какие выгоды можем иметь, если мы с вами набираем 50 баллов бонуса? Мы участвуем в акции активности, да? Вот я сейчас вам рассказала акцию с полотенцем. Если вы набираете 100 баллов, 100 баллов – это около 5000 рублей. Можете себе, можете показать каталог маме, подруге, если вы хотите. И вы набираете эти баллы, то вы участвуете в распродаже выгода максимум, там скидки до 80%, и вам дают набор льготных каталогов, потому что с одним каталогом вам уже трудно будет, вам нужно и маме оставить каталог, может быть, и подружке, или на работе оставить каталог. Итак, дальше. Вот наши 150 баллов, про которые я говорила. 150 баллов нужно набрать всего лишь за 3 недели, то есть 3 недели, 150 баллов в неделю вам нужно будет набрать, например, 50 баллов, это где-то 2500. Что такое 2500? Это 2 туалетные воды.
да, или три, в зависимости от цены. Поэтому смотрите, зачем нам можно стремиться сюда? Затем, что 10% от цены каталога это будет плюс 750 рублей вам на скидку. И вы уже в следующий раз заплатите на 750 рублей меньше за заказ, чем платили бы, если не набирали эти 150 баллов. Плюс вас еще поощряет 50% скидкой на один продукт, который вы выберете. Есть еще один критерий, 250 баллов. Это для тех, кто любит продавать. И этот человек, продержав 17 каталогов 250 баллов, он получает набор Novage подарок. Novage, который стоит у нас около 8000 рублей. Поэтому у нас... Экономить выгодно, баллы считать нужно, но это делается легко. Как? Дело в том, что у нас сайт за вас все сам посчитает. Вы можете, оформив свой номер, да, если вам нужен помощник, обращайтесь ко мне. Если вы в моей уже структуре и вы чем-то заинтересовались, тоже обращайтесь ко мне. Да, то есть вы заходите на сайт, набиваете в корзину ваши продукты, вам уже сразу показывают, какая стоимость ваших продуктов со скидкой, сколько баллов вы набрали, и вы можете сразу же сориентироваться, надо вам добавить что-то, будете ли вы что-то добавлять. Может быть, вы останетесь, вот заказали сейчас на 20 баллов, да, скидку вашу 20% вы использовали, и вы спокойно проходите и завершаете заказ. Но если вы знаете, что в принципе вы могли бы показать каталог, и вам бы хочется это полотенце, то тогда, как говорится, без труда не вытащишь рыбку из пруда. Но покажите человеку, который вам нравится, просто наш каталог. И вы же не даете ему, вам не надо заводить свой магазин и завозить продукты. Вы покажите бумажный каталог, это ваш магазин. И пускай человек сам выберет, в зависимости от того, какая у него сейчас финансовая ситуация, какие у него сейчас потребности. А еще интересно, что сейчас в режиме самоизоляции иногда человеку то, что продается в магазине шаговой доступности, не устраивает его по качеству то, что он может приобрести. А мы с вами, как посредники между компании, несущей красоту, мы можем предложить человеку принести ему то, что нужно, хорошего качества. Мы его проконсультируем, мы ему принесем и туалетную водичку, которая сейчас нигде не продается, потому что нельзя, это нужно уже общаться с человеком, да? Мы можем ему предложить тушь, помаду, а он выберет, где по каталогу, если ему нужно попробовать посмотреть цвет, я вам дам сводчи, вы обратитесь ко мне, я дам вам видео, где девочки сами наносят помаду себе на губы, и человеку так проще будет сориентироваться, тот цвет он хочет или нет. Но все равно все индивидуально, но хотя бы примерно сможете сориентироваться. Насчет ароматов. То же самое, у всех ароматов есть описание. И даже по описанию уже можно сориентироваться, что и как, в каком направлении он идет, свежесть или восточный. Но в любом случае все пробнички есть в компании. И у консультанта вы можете попросить принести вам пробник. Поэтому очень выгодно быть клиентом Oriflame, просто покупать для себя и своей семьи. 20% вам никто не обещает из магазинов, которые у нас в шаговой доступности. А Oriflame обещает всегда. Доставка у нас не такая дорогая. Она экономит ваше время, ваши деньги. Если бы вы, например, купили где-то это в другом месте, вам бы не понравилось качество продукта. Здесь у нас качество гарантировано. И в любом случае, вы даже вместо доставки можете выбрать любой продукт из предложенного списка. И как однажды я провела эксперимент, я дала дочери каталог, говорю, скажи, что тебе здесь нравится? Она говорит, да мне ничего не нужно и все такое. Хорошо, я даю ей денежку и говорю, да, вот тебе 5000, и
Попробуй, выбери что-то из этого каталога на эту сумму. Вы знаете, не прошло и получаса, как у меня ребенок определился, что он хочет, хотел бы, да, и что ему даже, он еще что-то захотел, что у него уже не вписывалось в эту сумму. Оказывается, иногда люди не то, что не хотят посмотреть каталог Oriflame, они сдерживаются из-за как бы некоторых своих жизненных обстоятельств. И да, пусть ему не нужно много, но вы, как организатор, да, можете помочь другим людям купить качественную продукцию по хорошей цене. И эти 20% вы уже сможете положить себе в кармашек за то, что вы организовали этот товарооборот. Но опять же, не обязательно. Итак, подведем итог, что в компании Oriflame 20% за вами закреплены всегда. Дополнительные денежки вы тоже можете заработать. У нас это можно и здорово зарабатывать, так как мы общаемся, и моя задача, если вы хотите, вам помочь это сделать. В любом случае, я навязываться и приставать никому не буду. Девчонки меня знают, но если у кого-то какой-то вопрос, я всегда помогу, чем смогу, объясню, да, как-то организую, и все будут в выигрыше. Я люблю работать, чтобы была ситуация вин-вин. Выиграл, чтобы и вы получили прибыль, и меня за мою организаторскую работу компания похвалила своими выплатами. Но самое главное, знаете, что все цены для всех людей одинаковые в Oriflame. Вот только будет ли скидка 20% вашей, решать вам. Жду ваших вопросов. Вам удачи, экономьте семейный бюджет грамотно. До свидания.